Самарцев подготовят к марафонскому забегу. В это воскресенье на второй очереди набережной пройдет тренировка для всех желающих пробежать 4 сентября по городу вместе с прославленной фигуристкой Ириной Слуцкой. Она приедет в Самару, чтобы принять участие в марафоне «Вставай и беги». Дистанции бегунам предложат отнюдь не марафонские 5 и 10 километров. Чтобы преодолеть расстояние, смогли и совсем новички, и опытные физкультурники. Забег благотворительный. Собранные средства пойдут на строительство спортивных площадок во дворах. В эти выходные получить индивидуальные рекомендации и советы, как бегать быстро, долго и без травм, можно будет от Дмитрия Никерова, рекордсмена российских и международных полумарафонов.